Хоккей на роликах. Последний этап чемпионата Украины по этому виду спорта прошел в Киеве. На нем определились не только призеры сезона, но и состав сборной. Она через месяц примет участие в чемпионате Европы в Швейцарии. Кто победил? Олег Шумейко. Вместо коньков ролики, вместо шайбы специальный мяч. У игроков команд за плечами карьера хоккеистов на льду. Свое спортивное будущее видят именно в хоккее на роликах. Для Украины это третий чемпионат. И уровень игроков растет из года в год. Хоккей на льду – это самый быстрый командный вид спорта в мире. А поверьте мне, на роликах он не сильно уступает. То все еще один из самых быстрых. Лучший бомбардир чемпионата Антон Стоцкий хоккею на льду отдал 12 лет. На роликах соревнуется первый год. Я как бы люблю хоккей не за деньги. Все очень обожают этот вид спорта. С 6 лет играю. Ну, в принципе, очень многие люди, которые здесь играют, перестроились со льда. И ну, сейчас уже как бы все привыкли. 3 раза в неделю тренируемся и все довольны. В нынешнем чемпионате участие принимало 4 команды. Победитель – Тельбин Райдерс. В 24 играх одно поражение. В следующем сезоне конкуренция будет выше. Принять участие планируют 7-8 коллективов. Президент федерации Андре Поддубный говорит, такой вид спорта, как хоккей на роликах, в Украине только развивается. С детства привыкли в 2000 5-6 раз в неделю тренироваться. До 16 лет они это делают, и после этого некуда уходить. Мы с радостью на начальном пути привлекаем вот этих игроков и со временем сами делаем свои ДУСШ, свои школы в тех местах, где не будет лед. Через месяц сборная Украины примет участие в чемпионате Европы на роликовых коньках. Цель как минимум набраться опыта. Олег Шумейко, Сергей Елинский, UATV.